приветствую вас, друзья, на своем канале Серега Кишкобуд. Вот мы сегодня зашли в бар с Андрюхой. Лео называется, в Питере уже 5-й день. И вот, друзья, я здесь просто увидел шаурма на Лопатии. Это необычная шаурма. Вы такую еще не видели ни в Москве, нигде. Так что смотрите ролик с начала до конца. А ты что будешь, Андрюха? Ой, слушай, Серег, я там нашел бургер с фалафелем. Это без мяса, вот как, ну, вегетарианский бургер. Я бы вот его хотел заказать. Я тоже бургер закажу такой же. Такой же? Да, хочу тоже попробовать вегетарианский бургер еще вдогонку. Ну, полкилограмма шаурмы. Вот я хочу шаурму на Лопате. Давайте с курицей. Два бургера, ну эти, как они? С фалафелем. С фалафелем. И чай литр. Облепиховый с корицей. Тебе реально интересно поесть бургер без мяса? Ну да, ну тебе компанию составлю. А то мы с тобой 5-й день, ты даже со мной компанию не хочешь составить. Вот так что. Благородно, благородно. Я, если что, его ни на что не агитирую, ребята, он сам. А то ты это, постоянно отказываешься. Я говорю, салатик хоть закажи, а ты отказываешься. Смотрите ролик с начала до конца и огромное вам спасибо. За лайки, за комментарии. Дай Бог вам здоровья. И, кстати, я вам хочу сказать, ну, чисто вы же, мои друзья, ну, настоящая аудитория. У моего друга хорошего, Андрюхи, тоже есть свой канал. Так что переходите, можете подписаться на его канал. Он, кстати, ну, хороший пацан. Сыновья годится мне, воспитанный, не курит, не пьет, спортсмен. Кто ты? Сальто крутит вообще, вот такой классный пацан. Друзья, смотрите, какая у меня шаурма на Лопате. Видели такую? Капец, ну это прям по кишкоблудски. А как есть? А вот это, да? Вот лепешка, да. Я сейчас тебя научу, Серег. Мне кажется, я знаю, как этим пользоваться. Вилка есть, не руками это едят. Но мне кажется, смотри, вот эту лепешку сейчас порви пополам. Я даже не знаю, как ее есть там. Шаурму. Вы видели, друзья, такую шаурму хоть раз? Я вот лично впервые вообще. Это я вам показываю, такая шаурма. Я тоже впервые. Я бы просто шаурмы у меня много на канале. Но вот такую я шаурму точно не видел. Так что пишите в комментариях, кто такую шаурму ел. Это только может быть в Питере такая шаурма. Это прям по кишкоблудски, Серег, я тебе так скажу. И вот это, смотрите. Тут прям целый салат. Да, салат целый. Один мясо. Мясо вот под помазухой. Вот картошка, да. Ты картошку тоже вот в помазуху макай. Либо вообще можешь вот на вот эту пету все сложить. А как ты ее сложишь-то? Тут много сильно. Не получится. Она все будет валиться. Шаурма вот. Но много, видите? Ну я слышал, что здесь около 500 грамм вроде бы. Mm. Но выглядит как будто побольше. Чаек облепиховый. Горячий чай. Единственное, мне кажется, вот глиняные чашки лучше были бы, они бы не нагревались. А эти металлические сразу руки жгут. Облепиховый чай пью, да? Мне сразу воспоминаю. Я же на Алтае ездил. Ну, у тебя на родине набирал, да? Там собирал. Ну, там совхозы есть в Алтайском крае. Там вот Колым чисто. Ну ты рассказывал, как там собирал. А что, лоток и дерешь, блин, она колючая, сок вообще. Все сжигает в глаза. Вот чай вообще прекрасный из облепихи. Угу. А так я говорю, не поешь облепиху. Почему? Кислая очень? Или нельзя ее есть? Ну и вообще, и сок жжет вообще. Угу. Сок у меня даже руки разъедает. Перчатки надо собирать. Здесь мощно. А это вот в эту шаурму ложат, вот эту приправу. Ну да, это по сути разобранная шаурма. Угу. Самое главное, ты лопату не съешь, Серег. Лопата несъедобная, как в прошлом ролике.
Да, с куриным. Можно со свининой, можно с говядиной заказать. Но мне что-то курица больше нравится, она полезнее. Ну, курица – это стандарт для шаурмы. Белка много в курице, да? Ну да, все качки ее едят. Картошечка фри. Ну, классно, горячая. Ну, лучше, конечно, по-деревенски бы была, да? Ну да. А сейчас заметили, вся молодежь, вот в Макдональдс зайдешь, одна молодежь. Они бургерным и картошкой. Ну да, фастфуды. Фастфуды. Это ни к чему хорошему не приведет рано или поздно. Сколько раз заходил в Макдональдс, Кивикси, постоянно вставал заранее. Потому что там дешево, молодежь там постоянно. Ну да, быстрый перекус. Ну и вкусно, там еще ароматизаторы, вот эти стабилизаторы все. В эту фри вот все добавляется, вкусовые такие эти качества. Вкусовые сосочки. Да, потому что ты привыкаешь, это как наркоман, с одной стороны. Вот такой веган бургер. Котлета, помнишь, ты меня обманул? Это вегетарианская кафешка, веганская даже. И ты сегодня поужинал. Нифига ты мне пранканул. А я думал, настоящее мясо еще. Вот смотри, настоящее меню, там все написано. Да, помню. Он котлета как мясо. А я тут, даже... Нет, тут фалафель, Серег. Тогда-то прям реально типа под мясо была она сделана. Там не фалафель был. Поэтому ты не выкупил ничего. Вот такой, ребята, веганский бургер. Подается с перчаточками, прямо как в Блэкстаре. А шаурме не дается перчаток. Такую лопату на два человека берут. На два минимум. Ну, обычно помазуха. Ну, как шаурму дают. Как обычная шаурма, да? Там, типа, мало чем отличается, наверное. Только на лопате. Лук, морковка, куриное мясо. Здесь помидорки свежие, огурчики. Только вот шаурме нету картошки фри в обычной. Ну, за доплату сколько там? 30 рублей тебе добавят, да, картошку? Я в 16 году первый раз шаурму попробовал. Но она полезна, не жареная. Раньше-то пирожки были жареные часто. Не, ну слушай, да, вот среди всего фастфуда именно шаурма, она довольно-таки безвредная. Если, например, сравнивать с тем же бургером, тут вот булка, булки же особо-то не полезные, а тут тоненький лаваш обычно идет. И, по сути, все продукты свежие, там, ну, только мясо есть, вот добавляют, термическую обработку делают. Да, они тем более при тебе делают эту шаурму. Ну, то есть, да, ты видишь, из чего. Что свежее все. Поэтому, в принципе, вот это ничем не отличается от там дворовой шаурмы. Хотел сам постряпать. Был бы лаваш, я бы постряпал. Но здесь много-много начинки для шаурмы. У меня еще бургер на десерт. Хочу попробовать. Нормальный у тебя десерт. Вегетарианский бургер российский. Черные перчатки стильного. Шаурма тоже есть вегетарианская, да? Да, туда тоже могут добавлять вот этот, ну, вот эти котлетки вегетарианские, сделанные из вегетарианцев. Ты пробовал шаурму вегетарианскую? Да. Ну, тут такая же, да, помазуха. Ну, есть веганская, есть вегетарианская. Веганская маленько другая помазуха, туда нету молока, ну, типа, майонез не добавляют. Я думаю, проблема всех людей, что они не могут есть бургеры, потому что они всегда разваливаются. Сейчас попробуем без развала. Течет. Шаурма вкусно. Необычно на лопате. Бургер тоже офигенный. Пол такой лопат. Ну, она шоковая, шоковая. Бургер-бомба, Серега. Ну, что классно есть и получать удовольствие от этого процесса. Да, я вам вижу, трое едят с одной лопатой. Вот так, друзья, я стал фудблогером. В команде Кишкабуга. Вегетарианскую, ходи пробуй. У нас же в России много вегетарианцев.
Ну да, сейчас становится их больше с каждым годом. Ну все свежее тоже. Булочка мощная. Помидоры, котлета и огурчики. Ой, я дома делаю бургеры, в магазине продается мясо. Вот там мясо прям мощное. Такое похожее на говядину немного. Фирму не скажу, потому что не помню. Вы говорили. Все, все убил. Тяжелое? Чугунное. Такой работы точно не будешь, это чугунное. С тобой так и есть. Да. Кажется, на ней прям можно запекать что-нибудь. Да, это специально лопата. Она толстая, смотри какая она. Это вот в русскую печку раньше пихали. Ты еще бургер свой не съел? Я еще не съел, не успел. Мне кажется, сейчас ты меня перегонишь, пока я тут снимаю. Не знаю. Но бургер четкий, там сочный бургер. Тут, возможно, нету сыра, кстати. Нету сыра. Угу. Ты вот прижми его немного сверху, чтобы он... Вот, вот так, да. Помазуха тоже есть. Сильно много помазухи. Спасибо, классно, шаурма. Спасибо. Помазухи много сильно. Ну да, течет. Течет ручей, бежит ручей. Ну, когда сочно, это хорошо. Это не в сухомятку есть, можно и не запивать ничем. Да. Ну, огурчики, помидорчики, капуста. Вот сыра только нету вроде. Есть еще веганский сыр, тоже делают. Вот с сыром намного прикольней. А как мясо, понял? Похоже? Да. Ну и по сути там несет в себе столько же полезных компонентов, как и мясо. Да. Угу. Ну то есть можно спокойно заменять это. Ты хоть взял этот бургер, потому что думал, сейчас шаурмой наешься и так, типа, вегетарианским, чтобы сильно не напрягаться. А тут, по сути, такая же нагрузка, как и с мяса идет. Да. Здесь еще тесто много. Ну да, в этом плане шаурма выигрывает, потому что там такой тоненький лаваш. Ну классно. Ну здесь такой еще вкус. Есть вот реально, говорю, котлетки. Они тоже из сои, но они прям как мясо на вкус. Вот такой ты в Сочи пробовал. То есть если это фалафель просто из нута сделан, из гороха. А это нут, да? Да. Гороховый. Да, да, да. А нифига не скажут, что это гороховый каша. Мне кажется, после шаурмы уже вообще сложно что-то сказать. Следующий уровень, наверное, это мне надо зарубиться с Серегой. По мясу. По сои. А сою, кстати, ты ешь? Ну, сою, когда первый раз я пробовал, я думал, мясо такое. Есть пельмени с соевым мясом, но... У меня был соевое мясо дома, я, короче, сделал пельмени, мне мама помогла их слепить. Я ей дал попробовать, она такая, ну, это похоже на обычные дешевые пельмени. В дешевые же пельмени, наверное, просто соевые добавляют и все. Я уже приговорил, ты что я так долго ешь? А я наслаждаюсь, растягиваю удовольствие. Где я что-то не понял это? Мяса нету. Не понял прикола. Одно тесто, да, соя. По мазухе там дофига. Ну да. Да, я что-то, друзья, объелся, если честно. Но нормально, поужинали. Ну, конечно, такую лопату съел. Чисто ужин. Так вот кто-нибудь тебе позвонит, такой, да вот, ты лопату шаурмы съел. Да, пишите обязательно в комментариях, мы еще что-нибудь на пару с Андрюхой отснимем. Челлендж. Поэтому, да. По-вегетариански, вегетарианец. Я даже выговаривать, если честно, не могу. Ну а что, будем счет просить? 1370 у меня всего вышло. Это, я считаю, дешево для бара. Два бургера, чай такой. Блин. И лопата, это на два человека лопата как-то. Ну, что, друзья, ну, мы будем заканчивать свой небольшой ролик. Спасибо вам за внимание, за активность вашу.
за лайки, дизлайки. Дай Бог вам здоровья, мира вам. А с вами был Серега Кишкобут и Андрюха. До скорых встреч.